Всем привет, меня зовут Антон, я автор проекта прохождения на укулеле, и сегодня я вам расскажу, что же такое укулеле, и отвечу на самый популярный вопрос после видео Ларина, зачем мне играть. Это, кстати, самый дебильный вопрос, который висит в топе. Укулеле, маленькая гитара, прыгающая блоха, акулеле, куку на шмеле, это все четырехструнный гавайский щипковый инструмент. Хоть и происхождение инструмента португальское, он всегда будет иметь корни в гавайской культуре. Появился он в 1880 году. Несмотря на маленький размер укулеле, на ней можно сыграть практически любую музыкальную композицию, будь то регги, кантри, рок, поп-музыка и так далее. Зачем на ней играть? Есть три неоспоримых достоинства укулеле. Первое – это компактность. Идеально подойдет для путешествий, походов, квартирников, писок. Второе важное преимущество – это простое построение аккордов. Если ты до покупки укулеле играл на гитаре, то тебе понадобятся считанные часы, чтобы освоить этот инструмент. А если не играл, то пару занятий, и ты сможешь сыграть свою любимую песню, при этом не углубляясь в нотную грамоту. Третье – ты всегда сможешь развеселить толпу и привлечь к себе внимание. Я занимаюсь укулеле больше 2 лет, и меня до сих пор спрашивают. А чего у тебя такая гитара маленькая? Она настоящая? Мурку можешь? Могу. Если ты черпанул нотку полезности из этого видео, то поставь лайк, прокомментируй, подпишись на мой канал, там годные прохождения на укулеле. А на канале Skiff Music выйдет целый курс, с которым я тебя научу настраивать, выбирать, а самое главное, играть на укулеле. До новых встреч! Какие мои слова еще раз? А чего у тебя такая гитара маленькая? Она настоящая? А мурку можешь? Если ты черпанул нотку полезности... А что это? Холодильник.